Казахстанские студенты смогут обучаться в более 60 медицинских вузах Китая. Это станет частью укрепления сотрудничества между двумя странами в сфере здравоохранения и подготовки медицинских специалистов. Об этом заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова в ходе официальной встречи со своим коллегой из Китая в Пекине. Кроме того, стороны выразили желание обмениваться опытом в сферах нейро- и кардиохирургии и онкологии, обсудили и сотрудничество в науке, фармацевтике, производстве и инвестициях. Также были рассмотрены вопросы повышения квалификации молодых кадров. В заключение министр предложила рассмотреть создание медицинской ассоциации ШОС. Казахстанская сторона выражает свое намерение реализовать мероприятие плана основных мер по развитию сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в области здравоохранения на 2025-2027 год. Мы знаем, что вопросы развития экстренной медицины и реагирования на чрезвычайные ситуации в Китае очень хорошо развиты, и мы заинтересованы в укреплении сотрудничества в области создания системы экстренной медицины между странами-членами ШОС.